что-то с этим делать. Поэтому для того, чтобы он был небайдужим, станьте вы байдужим до него. И тогда все изменится. Это все эзотерика. Помните, я в школе об этом говорю. Для того, чтобы женщину начал любить мужчина, она должна быть более, наверное, к нему импульсивна и безразлична. То есть, да, не надо. Ну и что? И вот тогда у него появляется трагедия. Дело в том, что когда мужчина байдужий, то тогда мужчина начинает думать, что он офигенный, что он самый красивый, самый модный, самый в постели там невероятный, что там все девушки его обожают и так далее. А в тот момент, когда женщина говорит, там мне все равно, слушай, он начинает пробовать, понимает, что он никому не нужный, как обычно это происходит. И вдруг сказывается или оказывается в таком состоянии, при котором он начинает говорить, не-не, я буду за свою держаться и все.